Ехал Ермолаев и видел сон. Только глаза закрыл, пошли водить хороводы, станционные огни. Потом поплыли алые локомотивы. Идет он с фонарем проверить стрелку на втором пути. Вдруг слышит на третьем пути какие-то голоса. Там вроде новый состав формируется. Глянул Ермолаев и затрясло его. Видит состав сплошняком из паровозов. Стоят друг за другом, без дыма, без огня. У одного котел треснул, у другого крышку снесло. Далеко тянутся, конца не видать. Да ехать-то? Давай, давай, давай. Садись на голову, давай. Поехали. Глянул Ермолаев. Коля Панкратов. Это ты, Коля? Поехали. Ехать-то куда? Куда хочешь, туда и поезжай. Маршрут нужен, Коля. На наших стальных путях порядок и дисциплина. А мы теперь свободны, как птицы. Войну выиграли. Имеем право выбирать. Давай, Костя, двигай свои локомотивы. Сейчас. Сейчас, Коля. Состав тряхнуло, огонечки побежали. На станции народ по обеим сторонам. Оркестры выстроились, будто парад. Ребята все молодые, чубатые. То одного Ермолаев узнал, то другого. Бабы шкаф зеркальный грузили. Зеркало как зеркануло. И не поймешь, день это или утро. Это не город, это Кинемарк! Взялся Ермолаев за тормоза, да пусто. В руке его фонарик с красным стеклышком. Какая же это видимость, Коля, когда здесь народу полно. Живой это народ или мертвый? Николай. А дальше-то куда? Николай, постой! Дальше-то куда? Но никто ему этого не скажет, и сон ему ответа не дает.
Что еще? Мама, я ведь с тобой разговариваю спокойно. Пожалуйста, не повышай на меня голос. Что это такое? Я начинаю говорить, ты уходишь. Ты можешь уделить мне минуту? Я тебя слушаю. Ты плохо себя чувствуешь? Бледненькая какая. Причесать тебя? Оставь, ради бога, оставь. Славик, Славик, Славик. Я ведь только слышу Славик. У нас половина группы замужем. У него даже стипендии нет. На что вы будете жить? Дадут. Женатым дают. Он будет работать по ночам. Где же? Вагоны разгружать. Только не надо иронизировать. Он мой жених. Обидно, когда тебя не понимает собственная мать. Мама, я ведь с тобой говорю. Что? Он дворником устроился, у нас есть комната. Ну, поздравляю. Я была уверена, что именно дворника ты себе выберешь. Он не дворник, он мастер чистоты. Ну, хорошо, ты еще вспомнишь, мать. Будет поздно, ты еще узнаешь, что такое семья. Господи, я лучшие годы вам с отцом отдала. Не надо было меня рожать. Знаешь, что хватит. Хорошо. Придет папа, мы с ним все решим. Решайте, решайте. О чем ты утром с ним говорила? Ни о чем. Он тебе ничего не сказал? Кто? Отец. Что он должен был мне сказать? Что он работает сегодня? Сегодня суббота. Я знаю, я звонила в институт, никто не отвечает. А где он? Не знаю. У нас ночь субботея. У нас ночь субботея, барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, сударыня ты моя. А на завтра воскресенье, а на завтра воскресенье. Эх, барыня ты моя, мам, сударыня ты моя. Там человек там. Барыня ты моя, сударыня ты моя. О, Катюши муж гуляет. Он и Катюшу забывает. Эх, барыня ты моя, сударыня ты моя, да барыня ты моя, да сударыня ты моя. Да, Боба! Господи, вот мы ждали. Признала? Мариночка, ну чего ты не подойдешь, дядя Костя? Не признала? Ладно, я приехал. Костя, Костя, подожди, ты хватит танцевать тебе. Коля, Панкратов, ну где ты, друг сердечный? Мариночка. А что ты нахмурилась? Ну, бывало, приедет дядя Костя, а ты его ножкой била. Ты что, не помнишь меня, красавица? Ой, невеста стала-то на все 100. Ну, где отец-то? Костя, на работе. Как на работе? Ну, а у нас-то нынче субботея. Ой, Ермолай, везет тебя, выбрал субботу, и та рабочая. А я так стосковался, думаю, на денек съезжу. Не обидится на меня, Панкратов. Ну, вот тут вам грибов. Пара банок. Костя, ну зачем? Ну? Внуки столько грибов насобирали, что хоть выбрасывай. А Коля будет закусывать, вот друга-то и вспомнит. А то писем от него не дождешься. Я все его письма берегу. Спасибо. Так, а вот это вот от тебе. Я тебе, Максимовна говорит, связи, неудобно, мол, так ехать. А я говорю, чего неудобно? Мы с Колей Панкратовым полцвета отшагали. Здравствуйте. Я знал бы, что у тебя такая девка, на платье бы купил. Ну, вот, конфет, на-ка, и птичка, придачу. Спасибо. Вот это нам с Колей, ты, значит, поставишь в холодильник. Спасибо. Ну? Голодный, сейчас я покормлю. Ну, не суетись, оклемаемся. Девка тебе больно хороша, а? Ох, когда Николай с работы приходит? Кто Коля, то скоро. Ты голодный, я сейчас тебя покормлю. Ну не суетись, муж придет, тебе что, снова разогревать, что ли? Слушай, ну, слушайся меня. Слушаться-то. Иди в ванну, принесу сейчас полотенце. В ванную? Да. В ванную, так пойдем в ванную. Чистота, она залог здоровья. А у нас ночь субботенья, а на завтра воскресенье. Эх, барыня, моя, до свидания.
Он к нам приехал. Ну, тихо. Ну, я не знаю, отец ничего не говорил. Но сейчас Славик придет. Господи, голова ходуном. Голова ходуном. Так, я Колю отдаю под трибунал. Тебе, как хозяйке, я делаю устное замечание. Товарищи, вам что, жить надоело? Что такое, Костя? В каком виде у вас выключатель в ванной? Крышка болтается на сопле, концы оголены. Что, Коле трудно изоляцию обмотать? А? Слушай, Костя, это я все собиралась, да давно пора. А за прошлым году на разъезде Малые Озерки двоюродную сестру Максимовну через вот такой же выключатель так током ударила, что на неделю разговаривать не могла. Вы что? Ну, где у Коли инструмент? Костя, Кость, не надо, не беспокойся. Как ты не беспокойся? Вот Мариночка поедет в ванную, головку помыть, потянется рукой и бум-бум-бум-бум. Где у Коли инструмент? Папа сам починит. Нет, я сейчас все сам сделаю, пускай ему стыдно Костя, будет. Костя, не надо. Нет, надо. Слушай, я не знала, что ты такой упрямый. Я-то? Мне хоть кол на голове тиши. Меня, знаешь, Максимовна как тихоря зовет копыта. Потому что она мне слово, я ей два. С вашей сестрой иначе нельзя. Так что, дорогие мои, я за стол не сяду, пока не устраню, не справлюсь. Надя, тащи. Плоскогубцы, ленту, отвертку. Хорошо, хорошо, хорошо. Только я не знаю, где в этом доме инструменты и есть ли они вообще. Это как же это вы без инструментов-то живете? Мариночка, первый закон для рабочего человека – устрани причину аварии. Я тебе скажу по секрету. Дома меня гвоздя забить не заставишь. Меня Максимовна на прошлой неделе просила подпорку в сарае поставить. Там крыша садиться стала. Ну, до сих пор ермола не собрался. Ну, чё, не помнишь меня, красавица? Что, учишься, да? Да. А, это хорошо, хорошо, учись. Ну, ты читай, читай, я тебе мешать не буду. Вы мне не мешаете. Ты читай, читай. Отец-то как, он здоров? Здоров. Ты читай, 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 читай. Папка твой, человек ученый. Это не то, что я. Мариночка, я тебе не помешаю, мне надо позвонить по телефону. Пожалуйста. Спасибо. Алло? Кто это у телефона? Игорь? Здравствуйте, Игорь. Позовите меня, пожалуйста, к телефону Василия Ивановича Реброва. А, понятно. А когда он будет? Ясно, ясно. Вы его сынок? Ну да, я так и понял. А сколько тебе лет? О, Игорек, возьми лист бумаги и карандаш, примешь телефонограмму. Что, готово? Ну, давай, пиши. Уважаемый... Нет, Игорек, это зачеркни. Сверху напиши. Дорогой. Игорек, возьми чистый лист бумаги и напиши просто Вася. Вася, приехал по твою душу Костя Ермолаев. Остановился он у Коли Панкратова. Ты знаешь... Я никогда не использовал твое высокое служебное положение, но тут такое дело, что из твоего фронтового друга хотят сделать петрушку. Я никогда бы не оторвал тебя от твоих важнейших дел, если бы обида не разрывала мне сердце. Твой Игорек сказал мне, что ты в выходные дни занят рыбной ловлей, поэтому в понедельник у тебя будет лишний посетитель по личному вопросу. Скажи своей секретарше, чтоб она меня к тебе пропустила. Твой Константин Ермолаев. Ленинградский фронт. Вторая ударная армия, 152-я танковая бригада. Игорек, записано? Спасибо. Даю отбой. Доживем до понедельника. Ты понимаешь, Мариночка,
Тут такое дело. Хотят меня перевести диспетчером в погрузочно-транспортное управление. А мне это неинтересно. А что вам интересно? Наш паровоз вперед лети, кому не остановка. Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Вот что нам интересно. А, не помнишь меня, красавица? А ты знаешь, какие у меня внуки? Мишутка мой уже служит в армии. Тебе дать адресок, переписываться будешь. Зачем? А ему разнообразней. Будет от тебя писем ждать, ты сфотографируешься, карточку пошлешь с надписью. Вы служите, а мы вас подождем. А что ты смеешься? Ты не смейся. Ты теперь никуда не денешься. А что, у него девушки нет? Ну как это нет? У нас товарищ племенной, Ермолаевский. Провожали его табуном. Но рядом с тобой они все молча отойдут в тень. Все забито. Ты завтра идешь фотографироваться с цветным фото. Я с твоим отцом снимусь, ты отдельно. Ну вот, посмотри. Так. Ну, молоток нам ни к чему. Ну, что, Плоскова, ну, это стыдно в руки взять. А это... Вот это что такое? Это скальпель. Ну, вдруг тебе отрезать что-нибудь надо? Если надо отрезать, мы зубами откусим. Ты что? Значит, ведь до сих пор все свои. Ни единого чужого не вставил. Потому что пасту вашу химическую я в рот не беру. Мне Максим натрет мело. Получается зубной порошок типа улыбка Чкалова. Ну ладно. Ой, это сам. Вот, вот эта отвертка от машинки Зингер, да? Подожди. Ой, а где же машинка-то? Да я ее отдала. Кому? Ну, жене нашего слесаря, слушай. У нее детишек много, муж пьет, Костя. Слушай, некогда это... мне шить. Это же такая машинка. Ведь Мариночка взрослая, сама шить должна. Но она не хочет. Максимовна первым делом обучила Любку шить. Она мне брюки заузила. Вот пристала, в таких теперь не ходит. Ты на концертах выступаешь, не срамись. Ты знаешь, присесть нельзя. Стиляга натуральная, хоть на стенку вешай. Да ничего, ничего, ничего. А это она потом и распустила. А-а-а. Ничего не поделаешь, мода. Шагаю в ногу со временем. Ну ладно, заговорись я тут с вами. Мариночка, вы обдумайте наше предложение. Женитьба, это дело не шуточное. Что ты наградил ему насчет женитьбы? Я наградила, это он наградил, я ничего не поняла. Мишутка какой-то. Какой Мишутка? Какой еще Мишутка? Аня, возьми фонарь, иди сюда. Мама, это Славик. Ну хорошо, что я должна сделать? Я должна кричать от радости, хлеб соль ему вынести. Ты становишься традиционной тещей. Это ужасно. Я прошу тебя, будь с ним немного внимательней. Ну ты иногда такое скажешь, я просто удивляюсь его выдержке, да? Господи, какой нетерпеливый кавалер. С ума сойти можно, с ума сойти. Мама, подожди! Подожди! Здравствуйте. Мам, это не Славик. К папе пришли. У вас что, авария? Осторожно, не разбейте что-нибудь. Не волнуйтесь, у меня крепкая голова. Николай Алексеевич чинит электрооборудование. Папы нет дома. Мама, к папе пришли. Сейчас. А где Николай Алексеевич, если не секрет? На работе, кажется. Где-где? На работе. Что здесь удивительного? А где он теперь работает? А вы не знаете? Нет. Он от нас ушел. Как ушел? Ну, как подал заявление по собственному желанию. Подождите. Когда? Вчера его в институте уже не было. А что, для вас это секрет? Ну, где бы он ни служил, сегодня суббота, он должен отдыхать. Он в командировке. Надежда Петровна, здравствуйте. Извините, я как-то не вовремя. Анатолий, это вы? Здравствуйте. А Николай Алексеевич сейчас не дома. Он вам срочно нужен? В общем-то, да. Жаль. Ну, ладно. Подождите, может быть, и я смогу? Вы садитесь. А что случилось? Вы понимаете, так-то... Как-то сложились обстоятельства, спасибо. Дело вот в чем. Я написал статью, дал прочитать Николаю Алексеевичу. Статья у него. Угу. А мне сейчас очень нужен лишний экземпляр. И я не стал бы вас беспокоить, но, знаете, там ждать не будут. Крайне необходимо. Я посмотрю. Если вас не затруднит, в красной полиэтиленовой папке. Там наверху написано Пигусов Анатолий Александрович. Пигусов, это я. Ты где? Костя, подожди, я сейчас! Спасибо, вы извините меня.
Что у вас со Светом? Может быть, нужно помочь? Его что, уволили? Нет, его никто не увольнял. Он ушел сам. Его заставили? Он столько лет работал в вашем институте. Вы знаете, это непростой вопрос. В двух словах не объяснишь. Сейчас у нас в институте происходит очень сложный процесс. Какой процесс? Что вы тянете? Я не могу найти. Часть его бумаг в столе, стол закрыт. Зайдите, пожалуйста, позже. У нас сейчас, видите, темно. Да. Ну что ж, ничего не поделаешь. Придется еще раз вас побеспокоить. Ради бога, может быть, ему передать что-нибудь? Нет, нет, ничего не нужно. Извините. Спасибо. Он спросил, где папа. Ну так, а ты что? Я сказала, что папа на работе, ты же сама мне это сказала. Ну хорошо. Нет, ты от меня что-то скрываешь, куда ты пошла? Ну куда, там человек сидит в темноте. Мама, где сейчас отец и когда он вернется? Я не знаю. Ничего не знаю. Да подожди, ну объясни мне, в конце концов, он мой отец. У него что, другая женщина? Господи, ну как у тебя язык повернулся такой сказать? Ну как ты смела? А зачем он с работы ушел? Кто ушел с работы? Он в институте больше не работает. Ну, что ты выдумываешь? Ну, что ты выдумываешь? Мама, ты что, мамочка? Не работает. Кто тебе это сказал? Этот Пигусов. Ты тоже не знала? Мам, не молчи. Кто? Вот. Ну вот, теперь Константин Иванович может быть спокоен. Спасибо, Костя. Пожалуйста. Ты голодный, я тебе сейчас покормлю, яичницу сделаю. Еще, Надя, Надя, я сыт, сыт я. Костя, ради бога, делай, что тебе говорят. Садись, я тебя сейчас сюда принесу. Да что я гость какой-нибудь? Небось, на кухне тоже не застрянет. Хорошо, пойдем на кухню. Там в кране у вас прокладочка стерлась. Когда водички прибавишь, она свистит так, цы-цы-цы-цы. Я потом посмотрю. А чего это? У Мариночки, я вижу, настроение неважное, да? Ничего, ничего. Сейчас меня Надежда Петровна накормит, а потом мы составим концерт по заявкам советской молодежи. Выступит виртуоз экстра-класса Константин Ермолаев. Ну что, договорились? Договорились. Попурри на темы военных лет. Вальс, фантазия. Может, я смоюсь? Куда? Хоть бы букет купил. Так давай я схожу. Ладно. Обойдешься без букета. Я что-то робею. Ты только начни. Потом я. Нам ведь все равно, что скажут они. Мы их просто ставим в известность. Понятно? И не унижайся. Не унижайся. Ну смотри, меня уже сватают. Да? Да. За кого же? За Мишутку. Не понял. Я тоже не поняла. Нет, ну серьезно. Не все ли равно? Говори, что заявление подали. Говори, что хочешь, но поцелуй меня. Нет, я все-таки скажу, что мы заявление подали. Зачем? Скажи просто, мы решили пожениться. Только твердо это скажи. Не мог цветов купить. Да на что я их куплю? Взял бы у меня. Ну ладно. Марина! Посмотри, в серванте должен быть графин. Принеси-ка его. С водкой? Может, и я для храбрости, а? С уксусом! Слушай, ты хоть объяви, что я пришел. Не торопись, не суетись. Господи, ты рубашку не мог выстирать? Да я постирал. Я постирал. Мог бы и выгладить. Ой, как ты быстро обижаешься. Ну зачем ты отвернулся? Повернись. Да я не обижаюсь. Дай я тебя причешу.
Так как насчет Мишутки? Это мой жених. Здравствуйте. Понял вас, понял. А что ты его здесь-то держишь тогда? Я там сижу один. Как вас звать? Вячеслав. Слав. Так это... Надь! Ну, чего ж ты молчишь? Мариночка тут замуж выходит. Это ты ее больше слушай. Да что так? Их дело молодое. А парень-то у нее хороший? Да шалопай. Ишь ты как. Ну-ка, а из себя-то он видный? Дворник. Что, дворник? Строгая у тебя будет теща. Костя, с этим шалопаем пусть без меня. Ну, ты даешь, ну, парня в краску вогнала. Ну, раз так можно. Мама, Славик хочет с тобой поговорить. Я слушаю. Надежда Петровна, я хочу выйти замуж. Жениться, милый. Подожди. Жениться. Ой, извините. Жениться на Марине. Мама, я тоже хочу выйти за него замуж. Ну, что ты молчишь? Что ты молчишь? Мам! Мама! Вот какие пироги-то. Может, мне лучше уйти? Ну ты это брось. Это их бабье дело. Они всегда чуть что в слезы. Моя такая же. Тебя как звать-то? Вячеслав. А меня дядя Костя. Ты, главное, не торопись. Садись. Садись. Нашему брату мужикам теперь ковров не стелят. Нашему брату теперь эмансипация. Все, ничего. Сейчас она отойдет, и мы ее в раз уломаем. Тебя как звать? Вячеслав. Слав, но ты орел. Так это ахнул, замуж, мол, и все. А Мариночка бойкая. Тебе сколько лет? 19. Ой, 21. Не густо. Ну ладно, проскочим. А Маринке сколько? 20. Это самая сила. А у тебя отец есть? Да есть. Я думаю, он поможет нам для начала. Отец должен. Отец поможет, на то он и отец. А вот на женщин ты не обижайся. Ты. Это сплошная загадочность. Я не обижаюсь. Вот моя Максимовна получает пенсию и откладывает ее на похороны. Я ей говорю, ты когда помрешь, я и оркестр найму, и все по первому разряду. Нет, говорит, ты их пропьешь, ну дура. Я ей говорю, да на эти деньги... Тебе уже как фараона можно хоронить. Ты лучше, ну, Любке на кооператив дай. И, глядишь, выдала. А я вот не собираю. Если смерти, то мгновенной. Если раны, это ж в один момент хлобысть и нет тебя. Я вот думаю, когда я помру? И знаешь, как дурь такая, как видимость, что не умру я. Вот так и буду все время жить. Дверь открыта. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Вы кто такой будете? Я, собственно, сослуживец Николая Алексеевича. Он на работе. Как, они в командировке? Какая командировка? Мне так его дочь сказала. А вы к кому пришли? Подождите, мне его дочь сказала, может быть, он действительно уехал в командировку? Понимаете, уже поздно, а его нет. Я написал статью, дал ему прочитать. Так и дальше что, прочитал он? Я не знаю. Так и я не знаю.
Да нет. Ну, не в этом дело, знаете вы или нет. Это сейчас уже не важно. А что важно? Я хочу забрать статью. Мне нужно выправить кое-что. Очень нужен лишний экземпляр. То есть он не лишний, я успел бы за ночь. Так вы успеваете. Я как не могу понять, что вы просите. Лишний, не лишний. Вы скажите яснее. Мне нужен Николай Алексеевич. Он всем нужен. Вот, по личному вопросу сидит к нему человек. Семейная, так сказать, надобность. Здравствуйте. Может быть, вы в следующий раз зайдете? Нет, ну что ж, я буду еще раз заходить. А вы ночью все выправите, а утром и занесете. Ну, если Николай Алексеевич в командировке, он ведь может и завтра не приехать. Какая командировка? Да я не знаю. Он теперь в другом институте работает. А может быть, даже и не работает. Даже, скорее всего, что не работает. Я так думаю. А ну-ка, еще раз скажи, я что-то не понял. Он что? Он... У нас уже не работает, понимаете? А у меня к нему важное и серьезное дело. Надо же. Темнят они что-то. Где отец? Что он тут говорит про командировку? Может, попробовать еще раз открыть стол? Попросите Надежду Петровну. А где мать? Что с ней? Ничего, сейчас она придет. Я не знаю, где папа. Как ты не знаешь? Он что, в командировку уехал, так что ли? Славик. Ну что? Я с ней жить больше не могу. Пойдем куда-нибудь из этого сумасшедшего дома. Мариночка, успокойся. Сядь. Сядь, Мариночка, сядь. Славик, садись. Товарищ, пройдите, сядьте. Вы же культурные люди, так друг с другом обращаетесь. Это ее материнское дело, слезы лить. Господи, был бы хоть отец. Да где он? Ну что вы комедию ломаете? Он здесь или уехал? Не знаю. Ну как ты не знаешь? Ты же дочка ему или нет? Скажите хоть, когда он вернется из командировки. Не знаю. Командировка, по-моему, это нелепая шутка. Вашего отца никто не принуждал, наоборот. 2 недели его упрашивали, он все-таки ушел. Понимаете, у нас сейчас в институте происходит очень сложный процесс. Вы это уже говорили. Да, я повторяюсь. У нас много, так сказать, стариков. Он не старик. Тихо, тихо, Мариночка. Ну, дальше. Да, собственно, я не знаю, это все только мои предположения. А вы давайте что знаете. Сядьте, сядьте. Он не старик, конечно, я не о возрасте говорю. Но просто сейчас несколько иные способы работы. Техническое мышление качественно отличается в век НТР. В век научно-технической революции. Не понимаю. А что тут непонятного? НТР. Была МТС, а теперь НТР. Ну, дальше, дальше. Да нет, МТС это не совсем то. Ну, хорошо, я попытаюсь как-то доходчиво объяснить, хотя, повторяю, это исключительно мое мнение. Цивилизация движется, оставляя на своем пути следы, раны. Надо через это пройти. Есть победители, есть проигравшие. Но в конечном итоге выигрывают все. Это же так неоднозначно. Слушай, парень, чего ты бубнишь? Какие раны, какие следы? Скажи ты яснее. Товарищ, одну секундочку, все время меня перебиваете. Я поняла, он проиграл. Кто? Спасибо, я вас поняла. Да кому он проиграл? В чем дело? Простите, молодой человек, вы учитесь? Учусь. Где, если не секрет? В университете. Ну вот все, считайте, что вы его победили. Опять не понял. Закончить университет, тогда поймете. У него же кроме работы ничего не было. Есть обстоятельства, они сильнее наших желаний. Вы что думаете, ваш отец один такой? А какой? Какой у нее отец? Ты скажи яснее. Он замечательный человек. Никто ведь точно не знает, почему он ушел. Просто в последние полгода отдача от него была нулевая. Конечно, целая лаборатория работала на него, он мог только подписывать. Но он сильный человек, не захотел. Я повторяю, может быть так, а может быть совсем иначе. У нас очень напряженный ритм, большие нагрузки, не все просто физически выдерживают. В конце концов, он мог просто не сойтись с кем-то из начальства. В этом смысле он человек не из легких. Он не все понимал, не все принимал.
Естественно, он человек другого времени. Вот ходит слух, он даже не пришел за последней зарплатой. Никто сюда не позвонил. Ни мать, ни я об этом не знали. А вы где были? Вы ведь, кажется, вместе с ним работали, так? Ну, я слушаю, слушаю. Кого-то можно поздравить с повышением по службе. Не тебя ли? А что это вы со мной на «ты»? Вопрос поставлен. Я повторяю, я к этому никакого отношения не имел и не имею. К чему? Ты что-то такое темнишь. Товарищ, одну секундочку, я же не с вами разговариваю. А с кем? И не с вами. Хамите. Вы не думаете, что это происходит только с вашим отцом. Это судьба его поколения. Да, они из ничего создали институт. Сделали его, так сказать, своими руками. Мой отец по ночам работал. Я ведь все годы с матерью проспала. Как это подло по отношению к ним. Я пойду в ваш институт и все выскажу. Пожалуйста, сходите, только знаете, это ведь ничего не изменит. Ладно. Завязали, все понятно. Нет, пусть он говорит, почему это ничего не изменит. Марина, спокойно. Сейчас он меня в глаз получит. Без шума, а? Бред какой-то, при чем здесь я? Отойди от него! Ты понимаешь, что он ни при чем, ни при чем! Товарищи, давайте разберемся! Что же разбираться? Я хочу знать только одно. Да чего тебе еще? Чешь отсюда! Спокойнее, спокойнее, молодой человек. Без шума, Владик! Сними очки и пиджак. Спасибо, мне не жарко. Отойди от него! Ты вообще не должен голос подавать. Ты слышал, нужно сначала университет кончить. А я его кончу, не беспокойся. Со стипендией или без. А я его кончу. Владик, Владик, алло. Славик я, Славик, Славик. Славик, ты садись. Я сейчас приведу Надежду Петровну, придет мать, и мы все обсудим. И пусть он нам, всем, все спокойно и объяснит. Да я вам ничего объяснять не буду. Кто вы такой? Я вас не знаю и знать не хочу. А ну-ка повтори, что ты сказал. Нет, сейчас ты у меня в глаз получишь. Слушайте, молодой человек, мое терпение может иссякнуть. Ну и что же произойдет? Ребятки, тихо. Кругом соседи. Пройдитесь по широким вечерним проспектам, там все и обсудите на ветерке. Ты меня понял? Он останется и никуда не пойдет. Останется, никуда не денется. Батька твой куда делся? Пошли. Останешься, ты понял? Это... Черт знает, что такое. Ну, остался. Ну, дальше что? Что мне здесь делать? Дядя Костя, скажите вы ему! А он что? Он что, большая шишка? Что? Какая шишка? А ты на что он хамит? Иди, Владик, даже в газетах пишут. Хамству бой. Иди. До свидания. Дядя Костя, он пошел драться. Тихо, тихо, Мариночка. Когда пушки говорят, музам сказать уже нечего. Спасибо вам. Ехал ты, Костя, душу отвезти. На том свете ты, видно, и отведешь. Ой, как круто. Где начало, где концы, не разберешь. Коля, Коленька, друг фронтовой. Что ж такое получается? Надь. Ну что с Коленькой-то моим стряслось? Ну что ж ты мне слова не говоришь? Я ему не чужой человек вроде. Не знаю, Костя. Ничего не знаю. Навалилось вдруг все. Может, мне уехать домой? У вас тут свои дела. Я что-то прикатил. Да нет, ты не уезжай. Мне трудно будет сейчас без тебя. Ну он-то куда делся? Ведь вы так хорошо жили, я всегда завидовал. Надь, ну как на духу, ты
Его ничем не обидела? Костя, ну что ты? Ну ты же знаешь, что он для меня как дитё мало. Ведь он совсем один. Нет ни братьев, ни сестер. Ну, а друзья-то есть? Господи, какие теперь друзья? Вот только ты. Костя, он сдал за последнее время. Очень сдал. Позавчера сидим на кухне, он говорит: Надя, Мариночка замуж выйдет, а мы давай с тобой поедем куда-нибудь. Я все делаю вид, что я не замечаю, все пытаюсь его развеселить, а внуки спрашиваю, знаешь, что он мне говорит? Он говорит, внуки, говорит, сами по себе, а мы давай сами, и все просит. Поедем? В последнее время в доме стало так тихо, так непривычно, и я вдруг догадалась, ему перестали звонить. Ночью проснусь, чувствую, он не спит, а глаза закрывает, чтобы я не догадалась. Иногда мне кажется, он меня не видит, не слышит. Я вот позову его: Коля, Коля, он повернется. Я спрашиваю: ну вот о чем я сейчас с тобой говорила? Он плечами пожимает. Надя, а что-то воет так? Лифт. А вдруг звонить начинает? Ты послушай. Трамвай. Наконец-то. Ну, здорово. Ты чего стоишь? Не признал? Константин. Ты когда приехал, Константин Иванович? Ты часом раньше. Извините, что не встретил. Вы телеграмму дали? Что я дороги, что ли, не найду? Ты посидел? Ладно. Ты не смотри на меня, старого дурака. У меня к тебе сюрприз есть. Я сейчас принесу. Коля, где ты был? Я волновалась. Напрасно. Не надо было волноваться. Коля. Да. Спасибо. Где ты был? Я гулял по улицам. Ты же собирался на работу? Собирался. Отложил до следующего раза. Коля, что с тобой? Потом поговорим, хорошо? Надя! Надь, ты что, здесь накроешь? Здесь. Ну, рюмочки конечно, дай. Здесь хорошо. Ну, Коля, тебе есть с чем поздравить. С чем? Ну, дочку замуж выдаешь? Как замуж? А ты еще не знал? Коля. Только что парень ей предложение сделал. Все честь по чести. Надя, кто здесь предложение делал? Твоей дочери сокурсник ее. Хороший парень. А ты не очень мужиками-то раскидывай. Но на мой характер я бы отворот-поворот и салям алейкум. Парень ей про свои чувства говорит, она мимо уха и пошла на кухню. Ты скажи спасибо, что они к тебе как к матери пришли. А то ведь они такое сейчас отчебучат. Сейчас они ни на что не смотрят. Сейчас они с цепи сорвались. Надюха парня буквально ни за что, ни про что. Костя, Костя, я же своей дочери зла не желаю. Да. Ты вот здесь все по командировкам ездишь, да? А дочка-то, глядишь, без отца-то замуж выйдет. А ездят-то куда? Куда? В парк культуры отдыха. А, понимаю. Это на качелях и на каруселях. И работу ты вроде поменял. Кто же ты теперь? Член с корреспондентом, небось, а? Чё ты молчишь-то?
Да кто тебе сказал? Кто сказал? А тут парень приходил такой модный, весь из-за границы. Мариночка разорялась. У тебя в личности порядок? Порядок, порядок. А с работы, Костя, я ушел. Это верно. Да нет, присматриваю что-нибудь подальше от дома. Хорошее место есть преподавателя труда в школе, слесарное дело. Ты что, заболел, что ли? Да. Какая-то хреновина. Ты не варит мой чугунок. Я не рассекаю ничего. Я даже не знаю, что тебе сказать. Нет, ты сядь, успокойся. Я здоров. Костя, пользуйся авторитетом, уважение. Я слышал, какой у тебя здесь авторитет. Здесь про тебя такое наговорили. Здесь было сказано, что Панкратов нуль. Что на производство от него толку никакого. Ну как же ты допустил такое унижение? Ну что, ты не мог себя на место поставить? Коля, откройся, что произошло. Ну, садись, ничего. Ничего, ты лучше о себе расскажи. Как Рая? Ну что, Рая? Рая здорова. Готовится к похоронам. Ну ладно. Дети как? Дети? Дети тоже хорошо. Ну а ты? О, я замечательно. Недавно наша самодеятельность на смотр ездила. Я лауреатом заделался. Время, Николай Алексеевич, не стоит на месте. Ну, я свою анкету заполнил. А теперь ваша очередь. Ну так что ж такое происходит, товарищ Панкратов? Ну, сам говоришь. Время на месте не стоит, люди мы уж не молодые, пора. Ну, декламируйте, декламируйте дальше, мы слушаем. Стал я, Константин Иванович, вроде экспоната. На празднике меня поближе к президиуму усаживали. Потом предложили начальникам пионерского лагеря поехать на все лето. Река, сосновый лес. Так, подожди. А ты что, написал заявление и сказал, спасибо, дорогие товарищи? Ну, ясно, ясно. Ловко они тебя сковырнули. Ну, гляди, какую комедию-то разыграли. Да. Обидно, не скрою, но зачем ждать, когда попросят? Как? Ну, как это попросят? Да у тебя он здесь под боком, Василий Иванович Ребров. Ты знаешь, я ему уже позвонил. Я прямо как чувствовал. Он в понедельник тебя ждет. Сказал, что может быть занят. Но все дела в сторону, если придете вместе. Вот ты ему все и расскажешь. Да мы их так тряхнем. Три танкиста, три веселых друга. Уши на пол посыпятся. Четыре. Что четыре? Что четыре? Не три танкиста, а четыре. Третьим был Гриша, мы его похоронили. Потом прислали вот Реброва, он был четвертым. Правильно. Помню. Вот ты ему все и расскажешь, кто против тебя копает. Вася поднимет трубочку. Да никто не копает. Нет, Коля. Нет, Коля, копается огромная яма. И яме этой нет конца. Но вместе с нами сорвутся вниз и они. Да, и будет конец света, вот за это и выпьем. Конец, Коля. Конец, ты не улыбайся. Мать не мать. Отец не отец. Дом родной, чужой дом. Можно теперь жить и на манер зверя, и на манер человека, и так, и этак получается. Но ведь раньше тоже такое случалось. А ведь за нами, Николай, еще человеческая кровь. Ну кто кровь под Кенигсбергом, кто Ленинград освобождал? Ну ты только вспомни, Гришины-то обгорелые руки и ноги. Ну ладно, ну не шуми. Ну а что ты так клоуна себя корчишь? Начитался всякой мути. Надюха он, небось, слушает и плачет. Мужик! Ну кто же я тогда, если ты нуль? Дырка от нуля. Соскучал ты, Коля? Душа у тебя спокоя просит. Да не просит. Спокойно у меня на душе. Посторониться надо. Пойми меня, мы с тобой как два брата. Чего ты меня с собой равняешь? У меня 4 класса, 5-й коридор. Судьба одна. На войне нам говорили надо, мы отвечали есть. А как же ну, иначе? Правильно. А теперь я себе сказал... Не надо, Константин, не надо. Нам с тобой пора уже думать о другом. От парней наших, Феди Трегубова, Серафима, на курганах памятники остались. А мы в ту же землю к ним придем. С чем? Коля, ты парней не трогай. Им там тяжелее, чем нам.
Они туда за место нас легли. Душу мне не надо надорвать. Надь! Надя! Ты слышишь, Николай себя тут хоронит. Товарищ старший, Коля, Коленька. Сон в руку. Вон, куда ты пошел, а? Я тебе кричал, а ты не отзывался. Что за сон? Да так, видимость, видимость. Ну, для кого ты посторонился? И этот приходил, прыщ, очки у него, галстук, манеры. Да я знал бы, я бы его... Ну, я к кровати бы привязал и пытал бы гада. Очнись. Ты в каком времени живешь? В своем. Пока я жив, извините. Я входил и зарплату получал. Ходил и получал. И пускай бы мне кто слово сказал. Да я сам себе заработаю. Меня кормить не надо. Но ты помни, помни, Коля, не надо отступать. Не надо отступать. Ладно, не шуми. И чего ты не понял? Нет, понял. Понял. Кое-что я тоже в этой жизни сообразил. Не такой уж я дурак. Ну, Коля, есть земля. По ней проложены рельсы. Локомотив движется по проложенному пути. За моей спиной народные грузы и сотни людей. Того, кто в это время подумает, того родимчик может хватить. Меня вот сын своими мыслями душу надорвал. А ты меня еще доконать хочешь. Вот, Костя, вот тебе праздник души и сердца и карнавал. Ехал, не знал, что попадешь на похороны. Хоть жмура играй. Жмура? Да это когда покойника несут, музыка играет, а он зажмурился. Жмура надо! Надежда Петровна! Тихо! Жмура! Тихо, ради бога, тихо. Идите на кухню, кругом соседи. На кухню? Ну что ж, на кухню, пойдем. Пойдем на кухню. Почему ты мне ничего не сказал? Ты жмурился. Коля. Ты слышишь, что она играет? Коля. Ну зачем ты так мучаешься? Ты слышишь, что он играет? Иди ложись. Он поймет, что тебе сейчас не до него. На. Возьми платок. Зачем? Ну, ты же плачешь. Не надо. Отставить. Отставить. Нет, Коля. Эта команда нам не подходит.
Я увидел свет в окне. Николай Алексеевич вернулся. Цел и невредим. А ты в 5 утра не мог прийти? Ты до третьих петухов не исчезнешь? Я пришел к Николаю Алексеевичу. Слушай, у тебя есть отец? Товарищ, мы с вами уже все выяснили. Я тебе не товарищ, а гражданин. Ты мне не ответил. У тебя есть отец? Ну, есть у меня отец, есть, есть. Говорите спокойно, не делайте телодвижений. Кем он работает? Он на пенсии. А ты? А мне еще рано. Ты кто, столяр, маляр, плотник, работник? Ну, хорошо, если вам непременно нужно знать, кто я таков, я вам отвечу, пожалуйста. Я ученый. А теперь ни ученых нету. Совершенно клинический вариант. Слушай, ученый, ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Вы откуда? Мы из Кубани. У вас какая защита? У нас цемлянская. Что вы со мной на каком-то птичьем языке изъясняетесь? Переведите сразу на русский. Стариков, значит, меняем на быков. Так что ли? Мало старика, 2 на быка. Знаете, я людей вашего возраста, да еще отравленных алкоголем, не бью. Поэтому можете говорить все, что вам угодно. Я вас не вижу и не слышу. Видимость. Я тебя понял. Я для тебя нуль. Да, мало мы на тебя пахали. Чего же на меня? Себя-то вы тоже не забывали? Это мы-то! Вы-то? Вы пахали. Гордитесь этим, что я вам такого сделал, а? Того дурака на меня натравили, пройдитесь по широким проспектам, пришлось его в милицию сдать, теперь вы лезете. А ты знай свое место. Не хочешь быть пешкой, ты сразу в дамки метишь. Идите. Идите на мое место. Я третью ночь не выхожу из лаборатории. Вы можете меня заменить, да? Или он? У вас хватит сил, а я могу работать, и я хочу работать. Коля! Коля! Коленька! Коленька! Вот он! К чему его привязывай? Костя, ты что? Ну, вот он стоит перед тобой. Ты что, рехнулся? Замолчи, извинись сейчас же. Что? Извинись сейчас же. Николай Алексеевич, я понимаю этого товарища, все нормально. Все нормально. Послушай, в другом месте я бы... Удивительно агрессивный товарищ. Замолчи, ну не позорь меня. Бред какой-то, первый раз вижу человека. Извините. Человек. Раньше такие кровати были замечательные, было хоть к чему привязывать. Костя! Я тебя, гусь, насквозь вижу. Он, Владика, гад, нашего Владика. Ну, какого Владика? Не обращайте внимания, вы за статьей. Да, вы извините, что поздно. Так, к сожалению, не успел прочитать. Говорят, сильно написано. И я думал, что вы дадите мне больше времени. Впрочем, это ерунда. Вряд ли вам понадобятся мои соображения. Наоборот, мне очень. Подождите. Костя, пойдем со мной. А куда я пойду? Мне здесь нравится. Ну, я прошу, пойдем со мной. Ну, я вот так вот посижу и все. Парень! А парень? Какой утомительный человек. Парень, оставь ему свою статью. Костя, ты можешь помолчать? Погоди, погоди. Парень, как тебя, ну как его? Анатолий. Толик. Толик, пускай он ее изучит. Я тебя вежливо прошу. Ну ты молодой, ты еще сочинишь. А он сдаст, сверху фамилию напишет. Глядишь, его обратно примут. Ну что, по рукам. Слушайте, вы от меня отстанете или нет? Что? У меня мало времени. Извини меня. Извини. Ты знаешь, я старый человек. Нервы растянуты до предела. Ну, пускай он ее хорошенько изучит, а? Ну, по рукам. Загадка природы. Очевидная, невероятная. Ну, какая вам от этого польза? Вот, возьмите. Звоните, заходите как-нибудь. Нет, ну, что же вы? Возьмите. Взял. Спасибо, вы извините за вынужденное вторжение. Да-да. К сожалению, так сказать, не успел прочитать. Говорят, сильно написано. Пойдемте, я вас... Стой! Стой! Костя, ты что? Что сильно? Что сильно? Не может быть у него сильно написано. Может. А я тебе говорю, не может. Может.
Оставь человека в покое. Да где он? Где человек? Я же говорю тебе про одно, а ты мне про другое. Ты ученый. И ты умный. Это я очень хорошо понимаю. Но ты недобрый. Ой, да чего ты недобрый парень. Ты в 43-м. Костя. Погоди, Коля. Я скажу. В 43-м перебрасывали наш полк. Ночью гнали без огней. Куда едем, неизвестно. Маршрут солдату знать не положено. Лежи, жди приказа. Утром выпустили из вагона. Гляжу, мать моя родная. Это же станция лесная. От нее мне по прямой до дому 6 километров. Я к старшине. Отпусти, ни в коем случае. Родные мои, кричу. У меня там баба с детишками. Ну, отпустите хоть на часок. И командир разрешил. И ребята, ну, все, что у кого было, вот насобирали, и мне вещмешок. И вот Коля Панкратов, Николай Алексеевич, мой дружок, дает мне банку тушенки. Я говорю, я у тебя не возьму. У тебя семья в блокаде, в Ленинграде. Ты туда отправляй. Бери. Бери, говорит Коленька. Твоим не легче. У них оккупация была. Не знаю, из-за этой ли банки или нет, я не знаю. Но мама его тогда в блокаде умерла. Светлая ей память. Вот. Как люди-то жили. Искали счастья в одиночку-то. А то одному красиво, а другому сила. Из кладушки получается. Сядь, сядь. Нашумелся. Ой, старый дурак. Коля, у тебя там концы оголены, Коля. Оголены. Голова кругом идет. Пятна какие-то. Окошко! Откройся! Чего это со мной, Коля? Окошко! Глянь-ка, что-то поплыло. Все, что-то со мной. Коля! Глянь! Иваныч! Иваныч! Ты куда-то тронул? Ты куда-то... Куда ж ты отец поехал? Рая! Рая! Это ты, Рая. Надя, Рай! Что с ним, а? Рай! Тихо, я ой, нет, не надо. Не надо воды. Витьку мне позовите, Витьку. Сыны мои. Сыны мои, сыны. Да что с тобой, Коля? Может быть, скорую вызову? Да уходите, Анатолий, ради бога, уходите. Тихо. Тихо. Все сидят тихо. Выпей, Костя, выпей. Выпей, Костя. Ох, выпей. Ничего. Я сейчас отойду. Вот и полегчало. Ой, гость вам какой шебутной попался. Что, нас свалить нелегко. Мы с кабарского рода. Да-да. Вот денек сегодня. Ну, я поеду, Николай. Куда ты поедешь? Никуда ты не поедешь. Поеду, поеду. Я хотел погостить у вас. Да что домой потянуло. Там Максимовна бродит одна. И помидоры снимать надо. Нынешний год помидоров много. Самое время выходить. Нет, ты что, ты заторопился? Нет, ты никуда ты не поедешь. Молоковоз мой здесь еще стоит. Я сюда на молоковозе приехал. Чего деньги зря тратить? А я как раз через рысой, через 3 часа буду дома. Ты меня обижаешь, брат. Ты не обижайся. Ты вот что. Позвони Васе Реброву.
Скажи, чтобы не ждал меня в понедельник. Я ему телефонограмму давал. Я ведь машинистом теперь не работаю. Диспетчер я. Глаза ослабли. На пенсию вышел. Не хмурься, Надя. Хорошего Маринка мужика нашла. Да, Коля, не посидели мы с тобой. И песен не попели. А было время. Победу первый тост. Мы за нею шли года, в прах ложились города. Ты об этом не забудь никогда. За окошком тишина, сядь-ка рядом, старина, вспомним мы средь тишины не вернувшихся с войны, не доживших, как мы, до седины. Нет, Коля, команда «отставить» нам не подходит. Мы выходим на направление главного удара. Георгий Константинович Жуков на Красной площади принимает парад. Команда у нас одна. Вперед! Под напором стали и огня. Вперед! Ни шагу назад. Вперед!